сохранять любопытство и стремление учиться новому – это ключ к личностному и профессиональному росту. Когда мы открыты к знаниям, мы не только расширяем свои горизонты, но и становимся более адаптивными к изменениям в мире. Каждый новый навык – это как новый инструмент в нашем арсенале, который помогает решать задачи и преодолевать трудности. Чтобы развивать эти качества, стоит начать с простого – задавайте вопросы. Не бойтесь интересоваться, даже если ваш вопрос кажется банальным. Читайте книги, смотрите документальные фильмы, общайтесь с людьми из разных сфер. Это обогатит ваш опыт и откроет новые перспективы. Также полезно ставить перед собой маленькие цели. Например, изучить новый язык или освоить новый хобби. Каждый шаг приближает вас к большему пониманию мира. И помните, что ошибки – это не провал, а возможность учиться. Открытость к знаниям делает нас более гибкими и готовыми к новым вызовам.